Друзья, добрый день. Мы на пруду Черноморец. Сегодня 12 апреля 2022 год. Меня зовут Марат. Я являюсь собственником рыбного хозяйства Черноморец. Сегодня мы запустим первую рыбу в этом году. Рыба карп. Вес рыбы от 800 грамм до 2,5 килограмма. Специально выбрали такую навеску, чтобы карп быстрее стартовал. Значит, запускаем 2,5 тонны. Значит, сейчас мы запустим. И сегодня 12 апреля, мы открываем новый сезон. Для тех, кто у нас не был или кто давно не был, прошу вас, рыбаки, ознакомиться с нашими правилами. Правила будут закреплены в описании видео. Всем остальным, кто ждал эту рыбалку, приглашаю вас на рыбалку на Черноморец. Сейчас мы выпускаем рыбу. Значит, рыба будет клевать. Как практика показывает, это червя. В основном, кто поедет к нам, значит, вам надо будет ехать. И там больше шансов поймать данную рыбу. У нас, как всегда, все прозрачно, все показываем. Вот рыба, 2,5 тонны, заходит в Черноморец. Пруд открылся уже давно, ото льда. Не стали запускать и открывать сезон, потому что ждали рыбу. Хотели, чтобы вы, дорогие рыбаки, приехали уже к свежей рыбе. Поэтому сегодня запуск, сегодня открываем сезон. Она рыбка пошла. Навесочку специально подбирал, потому что сейчас пойдет больше поплавок. Как раз поплавочная навеска 800, повторюсь, 2,5 килограмма. Рыба активная. Видите, как уходит сразу. Значит, хочу обратиться к тем рыбакам, которые думают, вот рыбу запустили, платник, я сейчас наловлю мешок. Нет, ребята, моя задача запустить рыбу, ваша задача ее поймать. На крючок мы никому не насаживаем. Поэтому, кто не умеет ловить, смотрите в ютубе, как это делается, а потом практикуйте на водоемах. Ну вот, рыбка практически вся ушла. Садочек почти пустой. Вы весь процесс сами видите.
позвать рыбаков к себе на водоем. Пруд готов, берега обсохли, беседки мангала готовы. Всех желающих жду у себя. Есть вопросы, обращайтесь, звоните или подходите здесь. Я весь сезон на берегу. Как говорится, к вашим услугам ваш покорный слуга. Всем пока.